Он свой. А, не знал. Этого грузите, пускай везут к нам. Спасибо за помощь. Но мы бы сами справились. А если бы не успели? Быстро бегаешь. Вот моя визитка. Думаю, пригодится. Вы ведь не местный?
Откуда вы знаете? Своих бегунов я знаю в лицо. Удачи. Да, тут бы на всех хватило. Тварь, он бы всю площадь положил. Ну что там? Ну чё, как обычно. Ничего нового. Болты, гвозди, взрывчатка, взрыватель к сотовому телефону. Понятно. Как он со всем этим бегал-то? Минин прошел парад Победы. Сейчас на площади проходят молодежные мероприятия. По традиции в параде принимают участие все ветераны Великой Отечественной войны. Однако сегодня же их совсем немного. Одни, кто хотел присутствовать на параде, не смогли по причине плохого самочувствия. Другие же по причине Здорово, Михаил Федорович. Ты ж на параде должен быть. Ну ты, господи. А ты что? Дома остался? Садись, сосед. Ага, ага. Выпей. А я слышу, телевизор работает. Говорю себе, ну не может быть, чтобы разведка телевизор забыла выключить. Думаю, ошибся. Да выпей ты! Ну, это я завсегда. Компанию готов поддержать. Едут и едут по Берлину наши казаки. На, ну, давай. О, да. А ты что? Ты что, не пьешь, что ли? Пью. Вон, корвалол пью. Это что? Что это так это? Что случилось? Случилось. Только тебе ничего не скажу. Ты не поймешь. А-а-а. Тук-тук-тук. Да. Здравствуйте, люди добрые. А это что заявление Христа народу сегодня, что день открытых дверей? Ты помолчи, сосед. Это Глебушка, друг Павлика. Отмечаете? Что-то стол у вас не праздничный. Тут ребята немножко собрали. А тут, Глебушка, такое дело. Разведка бастует. Пить водку отказывается. На корвалол, говорит, перешел. Послушайте, как вас зовут? Меня? Сосед! Сосед, вас, походу, дома ждут. Допивай свое и пошел отсюда. Да, это я завсегда. Что случилось, дед? На парад не пошел. Прихворнул маленько? Случилось, Глебушка, случилось. Беда у меня. Мне, так сказать, родному человеку ничего не сказал. Так, может, чужому расскажешь? Шел бы ты, сосед, иди на воздух. Да, ну, значит, между прочим, пехота царица полей. Мы на пузе, если надо, поползем. И там, где танки не толпало. Сосед, давай свое пузо, тащи отсюда. Мы пехота, мы разведка. Мы можем и за дверью постоять. Давай, давай. Ну так что, дед? Болит что-нибудь? Может, за лекарством сходить? Все у меня болит, Глебушка. Все болит. Ордена, медали, кровью завоеванные, все ни одного нет. Украли? В милицию звонили? Внучке я своей позвонил. Она у меня умница, разберется. Когда это произошло? Ты не поверишь, Глебушка, сплю я. Перед праздником всегда войну вспоминаю. Мою войну.
мелькают кадры, как в кино. А под утро я вижу, как будто в тумане морда какая-то появилась. По комнате как будто танцует. С усиками. И морда знакомая. Гляжу, а это Гитлер. Кто? Гитлер. Сон. Сон в руку. Походил, походил по комнате. Подходит, наклонился и говорит мне: Федорович Капут, Хайль Гитлер. А я и сосед. Дома жду. Ой! А может, дед, ты вчера выпил чуток? Может, чуток и выпил. Но орденов-то нет. Сам посмотри. Вечером пиджак свой наглаживал, ордена, медали почистил. А сегодня от этих медалей одни дырки остались. Павлика орден был. Тоже спер. Герой России. Да. О, это, наверное, сон. Щипните меня. Катя, Катя, это же Глеб! Ой, господи, я так испугалась. Думал, тебя опять грабят. На нем же твой пиджак. Да это он следственный эксперимент проводил. Мы этого Гитлера найдем. Такой ему капут устрою. Это я вам чуть полный капут не устроила. Да ладно, что вы. Давайте знакомиться. Меня Катя зовут. Катя. Очень редкое имя. Это в честь нашей знаменитой Катюши. Военное имя. Катя, Катюша. Я ему скажи, да скажи. Скажи, да скажи. А он молчит. А он молчит. Он молчит, как партизан, понимаешь, молчит. Ну, тут он, значит, корвалол на троих. И тут он все сказал. Гитлер, говорит, приходил. Да, Гитлер, говорит. А может, нет. Наверное. Ну, я не знаю. Ну, бутылка-то была неполная. Наверное, все доказательства имеются. Ну, так вот имеются. Вот тебе и казаки, казаки. Едут, едут по Берлину наши казаки. Смотри, Глеб, это слияние двух рек. Слева Ока, а это Волга. Красиво. А раньше наш город назывался Горький. Интересно, почему? Ну как почему? Это же родина великого русского и советского писателя Максима Горького. Странно. А что тут странного? У нас даже домик Каширина есть, где родился Алеша Пешков, где цыганка придавил крестом. Я не про это. Просто Пашка всегда про своего героического деда рассказывал и никогда не говорил, что у него есть такая сестра. А мне он всегда рассказывал о своих друзьях. Наверное, что-то хорошее. Хм, говорил, что вы все придурки. Даже когда подарки вам покупал, говорил, это я придурком своим. Но делал как-то по-доброму, по-хорошему. Глеб, смотри, это наше Министерство культуры. А раньше там была ночлежка, которую Горький описал в своей пьесе «На дне». Откуда ты все знаешь? Ну как откуда? Я ж театральным учусь. Нам рассказывали. Хотя, тебе, наверное, не интересно. Не-не-не, интересно. Я очень люблю про поэзию, искусство, литературу. Да ладно тебе. Пойдем, я тебе лучше танки покажу. Не хочу танки. Вот уже где эти танки. Хочу про Горького, про Пушкина, про Есенина. Да ладно, ты смеешься надо мной. Друг мой,
Друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем, то ли как рощу в сентябрь осыпает мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица. Ей на шее ноги маячить больше не в мочь. Черный человек на кровать ко мне садится. Черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мне. Ах, люблю я поэтов. Забавный народ. В них всегда нахожу я историю сердца знакомую. Как прыщавый курсистки, длинноволосый урод, говорит о мирах, плавой истекая истомою. Но вот стал он взрослым, к тому же поэт, пусть небольшой, но хватистой силою. Не какую-то же девушку 20 с лишним лет назвал скверной девочкой и своей милой. У тебя очень хорошо получается. Прочтешь еще что-нибудь? Может, в другой раз? А теперь пойдем танки посмотрим. Пойдем. Часто попадают у ветеранов ордена, может быть, слышали? То есть, знаете, я не знаю, как руки не отсохнут вообще у людей, которые даже начинают мыслить об этом. Но это ведь это не стоит, знаете, как сказать, это бесценное для тех людей, кто этим обладает, этими наградами, заслуженными, политыми кровью. Это огромная ценность для родственников, для будущих поколений. Ну, я не знаю, это каким уровнем вообще не просто интеллект, а вообще как можно называться нормальным человеком, даже начать думать об этом. Поэтому страшные истории, но с другой стороны сейчас правоохранительные органы тоже, мы помним, в последнее время очень активно работают в этих направлениях, раскрываются эти преступления. Но, знаете, главное — это отсутствие воспитания. И сейчас нужно думать о как раз... Давно закончилась война, уходят наши ветераны, и на подушках ордена, как старый след душевной раны, отчизна, родина, мать, слова великие, простые, помогали свою рать поднимать на подвиги святые. Отчизна, родина, мать, слова великие, простые,
помогали свою рать поднимать на подвиги святые. А ты заявление подала в милицию? В полицию. Ну, в полицию, в полицию. Да, подала. Красивый дом. Да. Это квартира моих родителей. Я тут живу. А Пашка жил с дедом. Вот как. Корпус 4. Да. А ты мне, наверное, не весь город еще показал? Еще не весь. А ты надолго приехал? А у меня отпуск. Отпуск? Хорошее дело. Угу. А, если хочешь, мы можем созвониться и продолжить экскурсию. Угу. Прошу. А как насчет чая? Стой, стой. Пока. Мне он кинулся на грудь. Ну... Телефон дай. А у меня нету. Так ты найди. А зачем? Звони. Найди. У тебя вот этот вот насморк, да? Не, ну вообще борзый. Красивая майка у тебя. Че? Вытри нос. Слышь, да? Че? А знаешь, почему мы у него не отжали? Потому что он такой же реальный пацан, как и мы. Так что заявление принято, зарегистрировано, объяснения взяты, работаем. А вы беседовали с антикварщиками, которые торгуют на площади? Может быть, кого-нибудь к ним с контрольной закупкой направляли? Мы работаем. О результатах сообщим письменно. Угу. Ты Василёк? Да. Сказали, у тебя орден можно купить. Да, какой? Выбирай. Мне что-нибудь покруче, там, Герой России, например. Героя? Ха, героя. Ты герой, что ли? Да перед девчонкой хочу выпендриться. В этом вопросе помочь не могу. Сказали, у тебя все есть. В последнее время нет. Квартиры ветеранов стали бомбить. На Совнаркомовской недавно. Дочери героя зубы выбили, все ордена из дома вынесли. Так что опасно это. Товар до меня не доходит. Палево. А кто же теперь мне сможет помочь? Кого спросить-то? Можешь спросить у того, кто топчет за тобой. Кто за мной топчет? Ты же не только у меня интересуешься. Хм.
Да послал тебя, дрищ, говори! Круто! Рази мясо! Ты уезжай из города! Геббельс, говорит, приходил. Геббельс, вот мне родному человеку, вот разведка. Мне родному, а ему Геббельс и все. Казаки, 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 едут, едут по берегу наши казаки. Вальчик, это как всегда замечательно. Быть! Под ударами судьбы. И надо оказать сопротивление или смертные схватки с целым морем бед покончить с ними. Умереть, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Вот что удлиняет несчастье в нашу жизнь на столько лет. А так-то связывает понижение века, неправду гидателей, вельмож заносчивость, отринутое чувство. Благодарю. Браво! Спасибо. Спасибо. Привет. Встретиться бы надо. Ты приехал к нам? Да, приехал. Встретиться бы надо, Сергей Сергеевич. Тут, брат, своя война. Это теперь бизнес такой, на бриках. Они, гады наши, боевые награды бриками называют. Поможешь? Малыш, возьми цветочек, положи вон туда, поближе к огню, чтобы не забывать. Да чего тут думать-то? Тут такое дело. Дело, я бы сказал, тут деликатное. Не каждый будет мараться. Но есть у меня дружок один, бывший наш, ну, короче, десантура. Пап, папа!
Что, малыш? Вы тут постойте, я сейчас подойду. Вова, какой у тебя телефон! Ты сейчас зажмем! Как учишься-то? Хорошо. В какой класс пойдешь? В третий. Папа дерется! Папа, сзади! Дядя Глеб слева обходит! Давай его! Мы почти победили! Погода нелетная, а с утра солнышко обещали. Подожди одну секундочку. Ну так что, поможешь? Ура! Ура! Мы победили! Подождите! Я тут для него тебе посылочку одну передам. Он все поймет. Украли, не убили. Раньше все было под присмотром. А теперь беспредел, законы не уважают. Полиция своих ставит. Не уследишь за ними. Говорят, в 90-х был беспредел, а сейчас еще хуже. Здесь особый случай. Что взяли? Награды. Боевые. Отечественные и наши. Волки позорные, псы отмороженные, я бы и сам их своими руками задушил. Послушайте, Туз, помогите, очень нужна ваша помощь, вы же из наших. Ну да, когда-то с духами наркотой делился, с небес без опаски падал. А сейчас время другое. Мои бы не взяли. Молодежь нынче борзая. Но... Да что же это такое-то? Не верю я, что в городе никто ничего не знает. Что делать-то? Что делать, что делать? Да, сейчас другие времена. Смотрители могут быть за 3-9 земель и разговаривать на варварском языке. Сам-то участвовал? Приехал навестить деда погибшего друга, а дед фронтовик нынче без орденов остался. И друг тоже. Я помогу тебе. Ты теперь мне как брат. И не за книжку, а за боевую дружбу. Что делать-то? Я прихожу к нему, давай выпьем. А он, а я не пью. А бутылочка вот уже початая стоит. А он говорит, ночью к нему через форточку сам Геринг пожаловал. А сам, значит, да. Хотя нет, разведка с ним пить не будет. Нет, 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 нет. Да он его собственными руками. Да. Вот такая вот. С нашей разведкой история приключилась, а?
Тебе же говорили, убирайся из города. В цирке фокус один в детстве мне нравился. Вам покажу. Оп, оп. Хм. На. На. Ой. Моя благодарность не знает границ. Не так-то просто было привести тебя сюда. Ой, да ладно, я же знаю, что этот туз договорился. Лишь бы результат был. Если будет приятель, то у тебя будет очень много работы. Смотри аккуратнее. Будешь напирать на него, нам влетит. Только добровольное сотрудничество, никаких угроз. Даже голос повышать на него нельзя. Конечно, конечно, нет проблем. Не шали, студент. Быстро бегаешь, студент. Ты быстрее. Ты вот объясни, я тут всю ночь не сплю. Зачем ты хотел праздник испортить? Мирных бабушек с дедушками приговорил. М? Где ты мирных видел? На этих бабушках в Отечественной войне больше крови, чем в океане. А вода в океане соленая. На них слез больше, чем крови. Да пошел ты! Мою бабку в лагерях сгноили. Вспомнил. А ты знаешь, как в старину таких, как ты, называли? Убивец ты и супостат. Я справедливости хочу. Вот если б я тебе тогда шею свернул, тогда бы была справедливость. Для тебя справедливость — это шею сломать. Там же дети были. Алягер ком алягер. Да... Неправильно ты, дядя Федор, бутерброды ешь. Хлеб надо кусать, а колбасу носом двигать. Что это за знак? Быстро сказал! Ничего не скажу я! Ты не знаешь, с кем ты связался! Что тут у вас? Да пошли вы все! Ему в камеру потом, целым и невредимым. Я тебе сейчас твой... Уберите от меня, это психа! На острове, а не на острове! А что вам надо на гребнёвских песках? Или вы еще один из этих охотников? Каких охотников? Ну, про которых постоянно передачи про ГЛО показывают. Да нет, я просто порыбачил. Я к берегу подходить не буду. Почему? Плохое это место. Бесовское. А мне что прикажешь? Вплавь до берега. Твои проблемы, рыбак. Ну и ладно. Слышь, хочешь удочку дам? Да пошел ты. Thank you.
кабала, 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 Oh,
Здрасте. Здрасте. У вас позвонить нету? Не. Стоять бояться. Телефон есть? Нету. Так найди. А зачем? Звонить надо. Позвонить? Звони. Сейчас, сейчас. Алло, Олег. И не ври больше никогда, шпана. Угу. Почему ты его не вырубил? Смотри, что раскопал. Это дилер. Продавал спайсы оптом. 5 раз его арестовывали, но потом отпускали. Этот обвинялся в убийстве. Брали его за хранение оружия, провоз героина. Этот дает крышу наркоторговцам. Чемпион России по кикбоксингу. На нем 3 убийства, доказанных. Авторитет у молодежи. Имеет быстрорастущую группировку отморозков. А еще депутаты, журналисты, лидеры различных направлений. Все вместе – это мощная организация. Подожди, подожди. Так это их я видел на острове. Это они девчонку сожгли. Бери архаровцев и идите вяжите их. Они убийцы. Не могу. Почему? Когда я начал копаться во всем этом, то ниточка привела меня к таким людям, что... Ты думаешь, у вас в конторе крот? Нет, не крот. Возможно, мое начальство связано с ними. Твой бомбист на площади. Если бы не ты, то мы точно опоздали бы. Приказ задерживали по непонятной причине. Кроме того, вся эта компания должна давно сидеть на пожизненном. Ну и что планируешь делать? Всю информацию я собрал здесь. С твоими показаниями это будет целое дело. Сегодня вечером я уезжаю в Москву. Утром это дело будет у начальника ФСБ. Ордена они используют в своих жестоких ритуалах. Зачем все это им надо? Из-за наркотиков? Нет, наркотики – это инструмент. Так же, как и спайсы. Мода на пиво, низкосортную музыку, секты. Жестокие компьютерные игры. Сказки и сенсации по интернету и телевидению. Какие сказки? А ты не слышал, что школьники сейчас говорят? Не. Ну, говорят, например, что Ленин в 17-м отобрал все у богатых и забрал себе. А Отечественную войну выиграли американцы. Бред. А учителями становятся вот эти личности. Я тебя прошу, как человека, сделай, как мы в самом начале с тобой репетировали. Ты поняла? Да, молодец. Еще раз. У программистов это называется форматирование. Стирают старую программу, уничтожают все фундаменты. Человек без своей истории, без своих корней не человек.
программируемые зомби. А когда все идеалы превращаются в зеленую бумажку, то... Переоблачение! Кому и зачем все это надо? Не знаю. Могу только догадываться. Кто-то сказал, Россия очень сильна снаружи, но крайне слаба изнутри. И только изнутри ее можно уничтожить. А вот дулю им. Главное обезвредить верхушку. Потому что остальные с ними либо по глупости, либо запуганы. Либо сидят на наркоте. Пошла, пошла, пошла! Припрем верхушку. Вся империя развалится сама. Я несколько лет занимаюсь этой организацией, но так и не смог узнать, кто у них главный. Его нет ни в одной базе. На русской его пропасти не смогла. Ты уже несколько лет занимаешься этим и ничего про них не знаешь? Что ж ты молчал? Я думал, что это обычные террористы. Про наколку ничего не знал. От тебя узнал. Когда все сложилось воедино, я был просто в шоке. Да мне бы просто ордена деду вернуть. И черт с ними со всеми. Если не мы, то кто? Тебя подвезти? Да нет, я пешком дойду. Тут километров 8. Ха. Так, ну что, давай, пока. У нас вот так вот принято. Ну хорошо. Пока. Пока. Ё-моё! Ну, Вова! Вова! Ключи дай. Слышь, Вов, а чё у нас с колесом-то? Я-то откуда знаю, чё с вашим колесом там? О, Лес, здорово! Как отдыхается? А у нас тут ЧП. Вова в ночь в магазин погнал на бэттере. В общем, движок запороли. Вова, Вова. Вихрев нам вставил по первое число, так что никому мало не показалось. Вешайтесь, духи. А чё сразу Вову? Я ж говорил вам, вставки менять надо. Какие, блин, вставки? Слышь ты, тело! У тебя там в топливной системе без... Да чертовой матери! О, щетка есть? Есть! Ну вот, снимай фильтр и чисть его до посинения. А потом собрать не забудь. А то Вихрев приедет,
мало никому не будет. Это точно. Работайте! Эх, механики! Мать вашу! Ну вы эксплуататоры, блин. Слышь, Лес, ставки на складе кончились. Я-то тут при чем? Может, подвезешь? Угу. И где я тут их возьму? Ну, не знаю. В супермаркете посмотри. Слушай, заканчивай с этой ерундой. Тут у деда неприятности случились. Что случилось? Неважно. Завтра вы должны быть здесь, в Нижнем. Сколько человек с собой брать? Возьми всех наших, кто сможет. Только Вову не бери. Понял. Утром встречай. Лес, походу, в блудняк улетел. Выручать надо. Да он без приключений не может. Наконец-то мы нашли единственного свидетеля одного из этих преступлений. Сейчас он нам расскажет, что он видел. Что вы можете сказать про войну, ордена, награды? Про это я могу все сказать. Пенсия у меня маленькая, зато я все знаю. Сейчас я вам все расскажу. Дело было так. В молодости у меня талант был. Петь очень любил, поэтому так это все быстро соженился. Лет 10 вместе прожили, а потом жена мне говорит: у тебя, говорит, слуху нет, откуда ж ночью, как? Вот мы и расстались. Но зато петь я продолжаю до сих пор, особенно в компании. Наши военные песни. Вот, например, главное, она мне нравится. Едут по Берлину наши казаки. 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 Едут по Берлину наши казаки. Вот за это мне точно орден нужно было дать. Спасибо за внимание. Так очаровательная дама, да. Едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки. Едут по Берлину. Мы ведем прямой репортаж. С вами была Елена Шмелева, Новости ПРО. Господи, меня же уволят за это! Здорово, братишка. Здорово, братишка. Что случилось? Чего это вы там к лавочке-то прилепили? Это Вова с нами на подмогу прилетел. Вихрю, майор, дали. Тебе по-любому КЭП дадут. Ну, немного отметили. Ну, а ему в самолете плохо стало. Чуть в Самаре не высадили. Еще раз ему так плохо станет, я его сам лично через окно самолета выкину. Сам хватит. Вы знаете, что про вас уже все говорят? Говорят, придурки. Они и есть. Зря я с вами вообще связался. Ну ладно, хорош. Ну ладно, хорош, брат. Да пошли. Вот такие дела. Ясно все. В общем, посмотри за дедом. А мы тут сами немного порезвимся. Да, чувствую, пожалею я, что вас сюда позвал. Ох, пожалею. Да ладно, мы их просто найдем, отмутозим. Чтоб кадык к затылку прилип. А кто, если не мы?
Ну, что тебе еще рассказать? Да, сосед наш так все и пьет. Ой, а Катька-то, Катя наша, она сейчас с твоим другом, с Глебом встречается. Может быть, у них так все хорошо будет? Как она убивалась, когда ты от нас ушел? Ой. Павлик, а Гитлер-то, оказывается, жив? Не додавили мы его в свое время, не додавили! А сейчас, видимо, и некому. А он, подлец, что делает? Он все мои боевые награды, все мои ордена и твою звезду героя украл. Прости, не уберег. Прости. Да я бы и сам вступился. Мы, семеновские мужики, крепкие. Но возраст уж не то. Силы-то уже не те. Видимо, скоро с тобой, Павлик, мы встретимся. Сердце-то шалит. О. Нашли. Приходим в общагу, а там газета со статьей про нашего деда, представляешь? Ну, мы, короче, мы берем корреспондентку, Ромашкину, по-моему. Ромашкину? Не помню точно. А она старая маразматичка, ни хрена не знает. В общем, мы взяли главного редактора, тряхнули хорошенько. В общем, он здесь. Туда? Поднимайся, тебя там ветер встретит. Ну, давай. Беспредел? Вот беспредел, газетенки, на, почитай, посмотри. Накануне Дня Победы ветеран пропил все свои ордена, а затем заявил о пропаже их полицию. Это кто это сделал? Мы увидели газету, решили с автором по душам поговорить. А у него на руке оказался их чертов знак. Ну и что он вам сказал? Да ничего. Вот думаю, с чего начать. То ли уши ему отрезать, то ли ноги. Или что-нибудь другое. Тогда Мамбетову ноздри вырвали. Так он все сказал. Ну зачем же так сразу? Надо просто с человеком хорошенько поговорить. С виду-то нормальный пацан. А вы ему ноздри вырывать. Скажи, тебя как зовут? Антон. Антоном зовут. Ай-яй-яй, Антошка. Что ж ты в своей газете-то фигню всякую пишешь? Ветеран, пропил ордена. Тебе что, вороватых чиновников мало, оборотней в погонах? Это не я. Ты чё, парниша? А кто же? Вы что, не того привели? Это они меня заставили. Это очень страшные люди. У них там что-то типа секты. Если откажешься, они могут и убить. А, так что, они все статьи заставляют тебя писать? Почти! Самые грязные! Их боятся все в городе. Ребят, ну правда, я вам все скажу! Только не вырывайте мне ноздри, а? Скажи, где мы их можем найти? Не знаю. Они всегда звонят сами. А ритуал свой проводят на оке, на острове. А насколько часто? По календарю. По своему календарю. У них там праздники есть. А кто у них главарь? Не знаю. Этого никто не знает.
Человек с железным лицом никогда ничего не говорит. И кто он и откуда, тоже никто не знает. А остальные? Про остальных мы знаем. Ты знаешь, мы можем вас всех от них избавить. Но нам надо знать, где мы их сможем найти. Я знаю. Я, кажется, знаю, где их схрон. Они там прячут инвентарь для своих ритуалов. Я надеялся, что он ничего не скажет. Эх, Антошка, Антошка. Ты знаешь, пока вся эта шумиха не уляжется, тебе лучше побыть здесь. Для твоей же пользы, понимаешь? Ну, если они узнают, что ты их сдал, они нозри-то не будут вырывать. Да, я все понял. Я побуду здесь, да, я понял. И про наши-то небольшие секреты, я думаю, знать никому не обязательно. Да, конечно, согласен, да. Да, я согласен. Я буду здесь. А теперь рассказывай, где их схрон. И номер автобуса. Вот оно, на. Мне не жалко. Ой, спасибо. Ну что, может, зайдешь? Нет, не могу. Некогда. На охоту надо. Пойду, ну, пойду. Пойду, спасибо. Пойдем, я тебя провожу маленько. Ух, ну что, старина? Давай, прощай. Спасибо тебе за ружье. Да, не за. Всего доброго. Всего доброго. Счастлив. Да, видать, совсем в городе стариков-то прижали. Представляешь, приходим к деду, а он со стволом сидит. Вчетвером отобрать не могли. А я ему патроны холостые подсунул. Здравия желаю. Здорово. Здорово. Че, дед? На охоту, что ли, собрался? Глеб, это мое дело. Это мои ордена, мои медали, мои награды. Я сам должен их вернуть. Хорош, дед, отвоевался уже. Сандро, хватит! Дед, сиди дома и пей чай. Мы сами все сделаем. Теперь это и наше дело тоже. Пройдет еще немало лет, что станет с родиною нашей. Добьемся мы еще побед, чтоб отчизна стала краше, отчизна, так что родина мать, слова великие, мы все сделаем. Простые, помогали свою рать поднимать на подвиги святые, отчизна. Что мы здесь лазим, как пацаны, не пойми где? Что мы здесь забыли? Все ноги тут переломаешь. Евгений Алексеевич, умоляю вас, заткнитесь, пожалуйста. Так, стоп. Дорога туда одна. Ай-я! Женя, ты чё? Что-то мы забыли. Конечно, забыли. Надо кого-то мосту оставить, чтобы тыл прикрыть. Женя, останешься? Не вопрос, останусь. Чтобы здесь они не пошли. Это приказ, Женя. А если пойдут? Взрывай мост. Взрывай, Женя. Взрывать? Ну позвонишь.
Чего? Ну что у вас? У нас пусто. Что получается? Карелкин нам набрал? Походу. Надо было тогда ему еще ноздри вырвать. Но он у нас там сидит. Поехали, присанем еще. А можно я ставки возьму? Зачем тебе, Сандро? Об этом? Да можно, наверное. Пацаны! У нас, похоже, гости. А может быть их... Надо валить отсюда. Ну да. А что, их убивать, что ли? Что-то не то, да? Угу. Так, вот что. Прячь мешочек, а мы их сейчас исповедуем. Ладно. Звоните, если что. Стерва, как моя бывшая жена. Слышь, Сандро, какие-то они непробиваемые. Лесов предупреждал. Эй, Вова, вставай. Вова, Вова, поднимайся. Выбирай, что для тебя важнее? Я выбираю блондинку. Кто ж тебя такому научил-то? Ты! Хулиганка! Глеб, ага. Я шла к деду, а они меня запихали в машину, угу, и привезли в это ужасное место. Ага, понял. Глеб, а вы ордена нашли? Что? Все здесь. Сейчас берешь ордена и бежишь как можно дальше отсюда, вызывай такси, что угодно, убегай дальше. И вызови какую-нибудь помощь. Кого на помощь? Кого угодно. Давай, давай, давай. Глеб, а как же ты? Я должен пацанам помочь. Давай, давай, давай. А он здоровый. Чего? Да я так, просто к слову сказал. Чем больше шкаф, тем громче падает. Нахрена мы его с собой взяли? Сандро, хватит. Братаны, я здесь! Thank you.
Рассказывайте детям о войне, о мужестве, отваге, славе павших.
развести пропажи. Победами увенчанном весне рассказывайте детям о войне, об огненной трагедии Катыни, о наших опозоренных святынях. Рассказывайте детям о войне. Сияет день, цветут сады, поют и радуются дети. И снова мир и тишина царят опять на белом свете. Рассказывайте детям о войне, героях, не дождавшихся награды, о всех живых, живущих с нами рядом, но до сих пор воюющих во сне. Рассказывайте детям о войне, чтобы ее не видеть внукам нашим, в сердцах открытых миру нараспашку. Зажгите вашу ненависть к войне, а в переулках бродит тишина, и пары здесь влюбленные гуляют. Цветет и буйствует весна, и о войне все больше забывают. Вообще всю вашу компанию веселую посадить надо, и надолго. Кишка тонка. Ладно, хоть никого не убили. Ну, я надеюсь, вы над этим делом продолжаете работать? Конечно. 9 человек пожизненно. Молодежи мозги вправим. А вот про главного информации нет. Твои архаровцы какую-то ересь несут. А может, они того его и закопали? А может быть, его вообще не было? Девчонку-то сожгли. Останков не нашли. В розыск никто не подавал. В конце концов, какая тебе разница? Мы же победили. Боюсь, что это не так. Ты какая-то маленькая ниточка большого клубка. Разматывать ее некому. Нет былого патриотизма. Нет таких патриотов, как раньше. Кругом одни коммерсанты. Ты это, если что, звони, мы подъедем с пацанами-то. Так, а это что? Апельсины. Пока. Привет. Вот уезжаем. Решил тебе охранника оставить. Принимай. Ой, как здорово. Спасибо. Ой, кстати, забыл тебе сказать. Мне письмо из милиции пришло. А, из полиции. Ну да, из полиции. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При проведении проверки установлено, что основной подозреваемый в данном преступлении гражданин Германии Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в своем фюрер-бункере в Берлине. В связи с невозможностью допросить подозреваемого, вынесено решение отказать в возбуждении уголовного дела. Данное постановление может быть... Ладно, хоть даты не перепутали, а то могли бы написать 9 мая. Можно я с собой возьму, ребятам покажу? Да, конечно. Пока. Стойте, братья. Однажды мы присягали уже на верность Отечеству. Давайте на этом самом месте еще раз поклянемся, что какая бы мразь не нападала на нашу родину, будем защищать ее и биться
до последней нашей капли крови. Ну, если что, я вам помогу. Дома.